Когда у меня дома были муравьи, когда я в Klamath Falls только заселился в дом, меня всегда прикалывало, что вот убьешь ты муравья тапком, особенно в период, когда, ну, по весне они начинают вот с крылышками вылетать из муравейника, чтобы создать новый муравейник и так далее. Ты, соответственно, убиваешь вот этих вот как бы самок, которые здоровые, с крыльями. И их трупик, короче, типа прилипший к стене, там такой, и муравьи, они прибегают и начинают по частям растаскивать этот трупик и уносить просто в муравейник на запчасти, короче. Вот это реально очень крутая хуйня. Своих не бросают, реально. То есть, как бы, вот муравьи действительно своих не бросают. То есть, я как сейчас помню, раздавил небольшого муравья вот так пальцем. Короче, значит, вижу, к нему подбегает другой муравей. Я слышу, короче, очень тоненький-тоненький такой звук. И не могу понять, как бы, что происходит. Я, короче, подношу к муравью ухо. И слышу: немало под страшною ношей, под страшною ношей, немало под страшною ношей слегло безымянных парней. И меня это тоже очень впечатлило в муравьях. Тоже вот такая их особенность.